Василий. Так, тихо. У меня сейчас сердце выпрыгнет, слышите, из почек. Вылетит. Буквально. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну что ж, дорогие друзья, всем огромный привет и добро пожаловать в игрушечку Let It Die. Сегодня мы вместе с вами повеселимся, поиграем, посмотрим вообще, что это за игра. Я понятия не имею, но, собственно, сейчас мы и узнаем. Ебать, он радостный. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, уебался. Накатался на сегодня челик. Ну что ж, значит, мы познакомились с Анкл Смертью, соответственно. Это, значит, дяденька наш. Ну, поехали. Так, у меня, подождите, а что-то у меня... Ты не можешь немножко повыше натянуть эти трусы, блядь? Они у тебя спадают, слышишь, у тебя попу видно, мать. Как бы, нет, я-то не против, с одной стороны, но с другой стороны, нас, как бы нас на это не забанили на ютубе. Смартфон. Какой смартфон? А, вот смартфон. Замечательно. Ой, ёпта. Ну ладно, походу разберемся. Получи, блядь. Пробазала, все, убегаю. Все, не кипишу, Василий. Вот так, о, блядь, ёп твою мать-то. Тихо, спокойно. Вот так. Да, блядь, он уклоняется. Как уклоняться-то мне? Блядь, как парировать здесь в этой игре? Ну ладно, походу разберемся. Да ёпта. Да блядь, иди ты нахуй. Он же сейчас убьет меня. Бля, как парировать в этой игре? Вот мне как парировать? И другие атаки, как вообще изучать? Ну нафиг, развалился, как Советский Союз. Ты, по-моему, перепутал. Пока что вообще ничего не понимаю. Просто ходим, бьем каких-то рандомных бомжей. Да ёб твои... Eating mushrooms. Ешьте грибы. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то из нас какую-то наркошу опять делают. Дико. Давай. А, это я с собой. Подожди. Ой, ёб там, ты чё так? Йога... Йога Хелинг, еб твою мать, ты чё встала-то, мать, чё с тобой? Чё, мозги поехали окончательно, что ли? Я, конечно, понимаю, что тут, ну... Чё, блядь, происходит? Звуки какие-то со всех сторон. Кто-то кряхтит, пердит, еб твою, чё тут происходит? Зачем? А, ей грибы надо? Ну, дурочка, ты так сразу... На! Давай, жри, ух, ебать. Накинулась. Ни хрена себе. Блять, чё происходит здесь? Но нафиг, получил по лицу. Так, а это, слышь, какой-то терминатор лютый, слышишь? Ух ты, блять. Ух ты, нахуй. Но! Сынуля, давай, домой отправляем. Ай-яй-яй, перезарядка, подожди секунду. На, нафиг, получил, да? Мы тебя сейчас... А как, блядь? Да я тебя так добью. На, нафиг. Ух ты, тихо. Ты чё размахался, ты слышишь? Махалыч. На, ай-яй-яй. Ну парировать-то как, я не знаю в этой игре. Здесь не написано было вообще никогда. Ну ладно, походу разберемся. Это я переместился в игровые автоматы. О, мужик, здорово. Здорово! Да, я спал. Я спал, радуюсь. Это подъем! О, штурвал опять пиратский наш. Оп, туда его давай, налево поворачивай. Нет, слушай, жопень-то конкретно видно, ребята. Прям от всей души. Меня это беспокоит. Ни хрена себе. Это что за ворота бункера? Здесь что происходит у нас? Так, я вижу какой-то чемоданчик, ну-ка давай. А, туда его. Чё ты его пинаешь-то? Ну ты открыть не можешь рукой просто взять и открыть. Зачем именно пинать его? Вот объясни мне. Так, я не буду это, пожалуй, читать. Что? Ты чё, лягуху-то раздавила? Она тебе чё сделала-то? Я не собер... Я её ещё и съесть... Нет, я соберу, ну потом. Ты чё, я думал погладить, я вообще её не видел изначально. Просто села, топнул бы. Нет, иди в жопу. Не буду я лягушек давить, они чё, чё они тебе сделали? Так, я могу пойти туда, могу пойти нафиг. Вопрос, куда?
мы направляемся. Тоже весьма интересен. Так, хорошо, замечательно. Не понял, что мне написали, что-то про experience. Добрый день. И уехала. Молодец. И чё ты, куда свалила-то, мать? А, вот, я могу вызвать waiting room. Ладно, пофиг, пойдем дальше. Коридоры какие-то. Слева горы, справа горы. А потом идут коридоры. Ай, блядь, ай, отраванулась я, отраванулась чем-то, что делать? Ой, блядь, блеванула еще. Ёбаный насос. Непонятная ситуация. Ну хватит, а чё меня... Так я не могу в инвентарь зайти. Ну все, тренда, нога, все, до свидания, ребята. Уехали мы. Все, уехали. Ну до свидания. Еман, меня порвало просто. А что-то... Ети же, пассатижи, там ребята что-то подъехали на красных жигулях. Жигули! Ты так... Едрить вас здесь, ребята, вы что-то прям понаехали, слушайте. Целое село понаехало здесь меня бить. А я могу просто вот так сделать? Иди в жопу. Давай, не кряхти, расперделся там. Так, нет, сюда мне как будто бы не надо. Нет, мать, подожди, не трать зря время. Секунду. Это буктрейлер, ёпта. Тихо. Уехали, ребята, уехали, тихо. Спокойно. Могу открыть? Ах ты ж, не могу. Тебе надо обязательно этих бомжей ошпарить. Давай вот так. Ах ты, ёпта, твою мать. Ну уехал, Василий. Так, тихо. У меня сейчас сердце выпрыгнет, слышите, из почек. Вылетит, буквально. Да что ты, черт побери, такое несешь? Тихо. Кто там еще, вот я не понимаю, дверь постоянно открывает, закрывает. Ты что там, напердел, проветриваешь, что ли, я не понимаю. Я упал еще. Да хватит крякать. Че тут 1 миллиард звуков на, блин, 1 квадратный метр? Что происходит? А ты кто такой? Ты кто, Василий? А это босс, да, какой-то? Етижи, пассатижи. Так, Василий, уехал. Охренеть, просто хп сбрили, как будто бы его и не было вообще. Это чё ты, кто вообще? Василий, уехал, я тебе сказал. Какая-то муха, блин, перерос. Ой, я думал, ты сюда не пройдешь. Ну, жопа. Чё за челова лютая тут происходит? Поднаехала тут. Yes, no. Да я чё, знаю, что ли? Что ты мне предлагаешь вообще? Оп-оп-оп, танцы. Тара-тира-тира-тум, тира-там-там. Ну давай, поехали. Я не знаю, что это. А, это платно еще. Это мне покупать вы предлагаете, что ли? Вы мне предлагаете, чтобы продолжить игру, купить еще что-то? Ребят, ну вы что-то совсем, по-моему, перепутали. А, я сейчас с самого начала, да, начну? Ну, как говорится, на этом ужасном разочаровании нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что вы смотрели. Если вам понравился этот данный видеоматериал, то обязательно подписывайтесь на каналчик, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам эта игра. Ну, а мы увидимся в следующее когда-нибудь, возможно, субботу. Тут вот наша мадемуазель что-то повисла немножко. Ты что, приуныла-то? Ух ты, непонятно. Всем удачи и всем пока!